Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на игровом канале Восход, с вами я, Михаил, и мы играем сегодня в World of Tanks. В гостях у нас тяжелый немецкий танк 10 уровня, собственно, Е100. Е100, всеми нами любимый, обожаемый Е100, наконец-то добрал 10 уровней. Уморили меня, честно говоря, это вся мелочь. Вот, захотелось мне чего-то крупногабаритного такого, крупнокалиберного. Но сегодня мы и покатаем на нем. Отлично. Мне это нравится. Я доволен. Наконец-то. Да и вообще много-много всяких положительных слов. Так, карта Огненная дуга. Это та самая Прохоровка. Просто она вся горит. Вся горит, вся пылает. Ну что же, шанс олень нам дает какие-то не очень хорошие. Ну, много арты. Ну, две арты это уже много по нынешним временам. Я вот думаю, куда же мне поехать тогда. Я с верхней стороны. Наконец-то первый бой на себя долго грузится. И вот я думаю, куда? На середину, но никак, друзья, нельзя. Но совсем никак. По той простой причине, что мне там будет опа боль. Так, 183 поехал куды. Значит, мы с вами давайте отправимся к горе. Все-таки к горе. Можно было бы, конечно, попробовать на середину, но на сотке на середину, друзья, это не камильфо. Это не камильфо, хоть бы и убить. Ептить твою за ногу, говно, а? Ну, честное слово, другому не назовешь. Это говно, которое не дало проехать. Тогда да, подожди, блядь, чтобы все проехали. Тогда уж здесь вставай, дебил. Аж матом вырубился. Что ты, блин? Извиняюсь. Ну нельзя так делать, люди. Ну вы думаете немного головой, прежде чем вот такую хрень сотворяете. Ну а если бы нас в этот момент засветили, я бы никуда не успел выехать. А арта, как всегда, как правило, она именно переезд и сводится первым делом. Вкинула, и от меня бы вы услышали здесь не одно матерное слово, а очень-очень много. Что нельзя так делать. Нельзя. Так. Под чат засветил меня негодяющий. Ну, в него попасть, ну, одна кабинка торчит. Хрен попадем. И, собственно, это и не требуется. Благо, наши два барабана, Хэви и Лора, достаточно качественно по нему отработала и забрала. Отлично. Отлично. Наш Е3 встает на базу. Даже не могу сказать, хорошо или это или плохо. Если он там сможет стоять, не получая арт, это, конечно же, будет хорошо. О, кто-то с центра из противника накидывает попытки просто прострелить наугад. Вот как-то шустро ты больно, человек. Вот это больно шустро. Давайте попытаемся в горе кого-нибудь кукан поставить. Не знаю, получится ли, скажем, получится. Броня не пробит, это сутка. Это сутка. Так, Е5 с центра. О, Е3 получает. Слишком он залез, слишком. Я говорю, что не стоит так делать.
Обидно, обидно. В НЛД не пробили сотку, хотя там был такой разброс, что, возможно, снаряд и не ушел в НЛД, а ушел куда-то в другое место. Просто кидал на удачу. Пробила меня 62-я гадина. И в НЛДшку попал. Сейчас активно меняем позицию, чтобы не стать жертвой артоводов. Загустили! Шикарно! Я люблю. Я люблю это дело. Мы его загустили. Охренеть! Не забываем, что наверху целый находится Е-сотка, Е-сота и 62-й. И мы можем вполне себе ожидать возможного прорыва. И начинаем потихоньку сливать. Ну, центр никто не пасет. Мы по центру никого не видим, но зато они видят нас. При попытке нами подняться наверх или предпринять какие-то другие действия. Вон, вот Т-30 спокойно сверху глянул. Ну, насчет спокойно я ошибся. И Ега он припасла его немного. Охренеть. Ну, сотка тоже получила люлей. Впрочем, как и я от арты. Но я, по крайней мере, не шотный. Шикарно, забрали. Друг друга они забрали. Ну, наконец-то, первый дамаг в этом бою. Так, и по идее, ты смотри, он еще меня видит. Ребят, тут я не вижу. Впрочем, этого я тоже вижу. Получилось на кукане 62-го. Это шикарно. Ну, чё ж по нему никто не стрелял-то, друзья? Отчего? Отчего? Тот фланг весь слился у нас. Это печально. Эти как стояли, так и стоят. Ничего их больше не тревожит. Е5-го я не... Вот, теперь вижу. Ну, снаряд куда-то уходит в неизведанные дали, я бы сказал. Где ж ты, гадина? Вот она ты. Ты смотри, а ну прям. На тебе! И вот он, 62-я. Гниль. По мне там стреляют со всех сторон. Сбил захват, но не очень понятно, куда же я ему попал. Так, Лора. К нам приехала Лора, друзья. Меня начинают с двух сторон обстреливать. Что не есть хорошо. Цель захвачена. Есть цель. Так, надо цель захватывать. Но Лора это, конечно, кино, кстати, кино. Броня не пробита. Что на тебя? Попал в какую-то хрень. Так, я смотрю, ко мне 62-й
Ёб твою. Да ну это ясно все. Что меня сейчас убьют? Не знаю, друзья. По мне так неплохо все было, но... Несколько рикошетов неприятных, плюс команда, с которой Оленеметр был солидарен. И все пошло прахом, прахом все пошло. Ну, хотя взять Е3, который просто поехал и сдох. Нормально, нормально, прям вообще, супер. Так, во-первых, хотел бы посмотреть настройки, что-то со звуком, что у меня не выставлено, выставлено. А в чем проблема тогда? Не понять. Возвращаемся в игру. Ну, поехали, может быть, следующий бой таки будет более успешным. Пум, снова шансы на победу всего лишь 40%. Карта промзона, которую я совершенно не понимаю, у меня при присутствии на этой карте происходит сдвиг по фазе, и я куда-то еду, вообще я не понимаю, куда я еду, зачем я еду. Все эти производственные лабиринты, цеха, это же какая-то жесть. Просто жесть. Поедем куда-нибудь правее поедем. Ну и там как-нибудь что-нибудь, я не знаю, постреляем. Да уж, интересная карта. По-другому не скажешь. Отлично, две девятки убили одну восьмерку. А наш тебе, друг, наш тебе, чтобы жизнь медом не казалась. У нас он тут фланг обходит начисто. Я не на том танке, чтобы я мог спокойно фланги менять, поэтому придется нам как-то что-то подходить. Убили хэви, это хорошо. Таун 95-го я вижу, это плохо. Это плохо. Три семь. Идите колотить. Конечно, пробить Т-95 это... Прямо скажем, не самое такое дело спокойно, пускай РУ занимается этим. А, он отстрелялся. Ай, в маску попал, а? Так, 95-й, фу-фу-фу. Таким быть. Счет 3-9, шикарно, шикарно. Молодцы. Прям молодцы. Броня не пробита. Броня не пробита, так и должно было быть. Здесь какая-то хрень ездит. Ой, здравствуй. Не пробил. Не пробил.
принципе. Я так понимаю, без дамага, да? И твою за ногу. Пошел. Есть фраг! Хоть фраг сделай. Хоть что-то. Вот это карта промзон, на которой происходит все что угодно. Вот такой замечательный бой. Где, кто, зачем, почему, откуда? Хрен ее знает. В общем, можно не продолжать. Ну что же, следующий бой, карта топ, наконец-то олень решил надо мной жалиться, пишет мне, что 70% шансов на успех, после предыдущих 2-40 это меня, конечно же, радует, плюс еще и сторона у нас более-менее, вот, такая, более мне, сторона, которая мне более нравится, учитывая, что я на тяжике. Ну, Саш, Т-22. Бой начинается. Полученный в превосходстве. По внешнему виду могу сказать, что это из 7-й, который стал средним танком. Это еще подожди, тебе еще Wargaming пулемет опустит. Сперва просто опустит, а потом еще и пулемет опустит. Ну ладно, продолжаем. Как всегда, 0-9 мы бросили, нахрен. Благо туда хотя бы трое поехало, уже шикарно. Обычно туда один смертник едет, и там просто все смотрят, как его там убивают. Но мы едем туда, куда мы едем. Собственно, вот в этот угол. На К1-2, к этому замку средневековому. Ну и будем там как-то что-то делать, как-то воевать. Влетел туда двое наших СТ-шек. Вот, вот клиент наш. Наш клиент Е5. Рвемся к нему поближе, чтобы, значит, домашку дать. Если нам, конечно, эти две СТ-шки хоть что-то оставят. Да иди тебе колотись, как ты успел увидеть меня. Подонок. И не видно его ни хрена. Ну как, Е5, тебе нравится? Стабаза еще успел. Ну, смотрите. Пожалел я ремку и за это словил, блин. Люлей наполовину хп. Что за непрух у меня сегодня, я не знаю. Так, ну, все ПТшки их не сбуравились, а на середину. И воюют откуда-то оттуда. Нормально, этот Т-22 получил на косарь от кого-то. Ну, в смысле от кого? А то Ягдпанзеров. 140 вообще не видать. Ну и, конечно, хороший вопрос, что здесь делать дальше. Я, например, абсолютно не понимаю,
что же здесь делать дальше? Прорываться смысла нету, в бочину просто тебя разберут, во финтрагеры, да и все. Я так думаю, что надо уходить и снова ехать в объезд. Но уже с другой стороны, здесь, если противник мало сил отправляет, а он отправил всего лишь двоих, нету смысла приезжать, они все на центре стоят, стоят и пасут. Тем более они все, как вы видите, ПТ-образные. Ну что же. Давайте попробуем вот здесь как-нибудь проехаться. Не знаю, может получится. Под островом. 62-й-то проехал. Он проехал по единице. Как мы здесь будем ехать, неизвестно. Но счет пока равный. 4-4. Стоило мне сказать, да, стало 5-4. Не по нашу пользу. Сравнялись. Творится-то. Ну, едем к 907-му помогать, что нам еще остается. Я в свете. Боюсь, сейчас сбоку мне накинет кто-нибудь. Во-во-во-во, о чем я и говорил. Подъемы всякие разнообразные, что не добавляет мне веселья. Еще до кучи как-то я оказался на острие атаки. Пожалуй, не стоит мне тут как-то шибко сильно вылазить. О! Конечно, мы вышли вперед. Отлично порадовали моего финтрагера. Оставили его шотным. Вот правда. У нас здесь проблемы, друзья. Иди в сраку, монгол. Собака. Хорош. Получите, негры, получите. Сволочи. Спасибо, друг Е4. Ты мне практически жизнь спас, но не до конца. Но не до конца. Да. Пока я двиглоб отремонтировал. Развернулся. Ну ладно, 11.9, может, затащат наши. Вот как целые есть даже. А может, и не затащат. Хрен их знает. Все может быть. Да должны, по идее. Но это победа, друзья. Победа. Наконец-таки. Неплохо повоевали. Трешку набили.
Ну, это у товарища сейчас обойдет ПТХ вот это. И прямо в сраку, как ж ББ. Давайте на этом, на это действие посмотрим. Как же бабахать будут. Множьте на 1744. Обалдеть. Моешь, моешь, ничего не скажешь. Хи-4 отвлекает. 907 убивает. И остался этот тортовод, который мне в самом начале боя сволочи накинул. Сейчас тебя отомстят за меня. Единицы. До конца боя 5 минут. Ну, наверное. Больше как бы вариантов-то особо и нет. Жаль, жаль, лишние полминуты потеряем. Смысл отписать. Сейчас будут результаты боя. Увидишь, кто тебя убил. Тебе напишут об этом. Отлично. Наконец-таки, друзья, победа у нас. Да и домашки неплохо дали. 3 косаря. Не зря в бой выезжали. И это, конечно, радует, радует. Даже в плюсе небольшом. Целую 1000 серебра заработали. Знаешь, кино. Ладно. Следующая карта — песчаная рука. Рука, да, конечно, рука, нога. Песчаная река. Шансы на победу 51. Ну, даже не знаю. Я снова 2 арты, что-то в последнее время арты стало много. Надо как-нибудь тоже сделать ролик про арту. Возьму американскую, у меня 9-я есть. М53, М55. И на ней погонзуем. Ну вот куда ехать, конечно, вопрос хороший. Хороший. Очень хороший. Наверное, я спущусь на середину, друзья. Потому что на такой тушке, как у меня, ехать на какой-либо из флангов, во-первых, очень долго, во-вторых, небезопасно, и в-третьих, меня там просто могут убить. Здесь много шестого укрытия на середине, и мы можем как-то более-менее поиграть. Плюс у арты здесь не самый лучший прострел. Конечно, он есть, этот прострел, особенно если он станет правильно, но не самый лучший. Ну и плюс я здесь почти никогда не играл. Натяжки на середине ее тоже изменили, например, с тем, что было раньше. Вот. Ну что, 120, никого не видишь, ну? Какую-нибудь вкусную цель. Плохо. Уж маленько-то хочется. Вот, шмальнули.
Ну добейте. Что же вы какие-то, а? Ну, арта. Иди твою мать. Ну, так нельзя. Нет, там, в принципе, я не прав. Там один из артаводов и накрыл. Артем, ну вот. Так, ну-ка замри, друг. Сможешь замерить? Чтобы это не дергаться. Вы видали? Я ему в ствол 90-ку попал. В ствол. Это же надо было так, а? Так, ну тут фланг у нас просто понасилуют. Ну вы смотрите, 95-й живой. Ну Гектор, ну как так можно? Молодец. Объект 704. А, не успела свестись. Долго орудие сводится. Это печально, друзья, это печально. Множество врагов прорывается по тому флангу. С этим надо что-то делать, а именно ехать к себе на базу. По-другому, друзья, никак. Там у нас Лёва и ПТ-8. А хотя бы примите вот эту мелочь. Уже подспорье будет велико. Да, приняли. Ничего не скажешь, приняли. Да чё ты тыкаешь её? Без тебя все плохо. Да ё... Ох, сейчас мне впендюрит, я чувствую. Промахнулся. Что мне с вами делать, с друзьями, с дорогими причем? Я, конечно, вижу его крышу. Даже можно сказать больше. Но сотка не про это, друзья. Совершенно не про это. Да кто там ездит? Забодал. Один есть. Ну, я так понимаю, что они сейчас все станут на захват. Но особо-то делать нечего. Придется ехать. Но вроде как без палева. Вот собака 5-4, он как я тебя не успел заметить-то, а? И это очень плохо, что он меня обошел. Потому что спокойно жить-то не даст. Там да, куча еще семерка. То ли не попал, то ли не пробил. Хер я знает. И сухо, сковородка тебе в ухо. Фу, блядь. Прям под дуге его снаряд обошел. Как будто так и надо. Фу. 5-4, скотина.
выгляни, нехороший человек. Я знаю, ты тут. Ты хочешь вылезти, чтобы повоевать, нет? Обалдеть, можешь он уехал. Конечно, было бы странно. Но такое может быть. Ладно, едем тогда вперед. Пробит. Включаю голду. Так же, как и Сёмка включил голду. Пробит. 714, друг. Как тебе? Понравилось? Это друг голда. Ай, сотку забрал. Куда ж там съехал-то, сука? Готов. Так, ну тем временем берут уже нашу базу. Ту нашу. Базу противника, конечно же. Собака центрион. Голдовыми фугасами. Ну как-то несовестно, ну. Ладно. Выиграли, выиграли 2700. Включил я голду, понимаешь ли, чтобы уж он наверняка. Я сейчас бабок заплачу за это дело. Да, ну вот сотка с семеркой такие танки, что для уверенного пробития голда им нужна, особенно когда они друг с другом встречаются, или там, допустим, сотка с соткой, или так же как семерка с семеркой. Ну, на втором месте по урону, в принципе, нормально, защитили базу, не дали ее захватить, это правильное действие. Вторая победа подряд, все-таки лучше не сгладить, мне еще нужно парочку, я буду доволен. Да. Тихий берег, друзья, тихий берег, шанс на победу 66, ну, ехать я здесь могу только в одно место, в принципе, арта только одна, это меня радует, но вот лучше бы, конечно, у противника была лора, а у нас холодос, но чего нет, того нет, ну, ладно. Довольно-таки противный у противника танк из 4. Не всегда его удается сразу пробить. Ну как? Не то, что пробить, а именно приходится ему некоторые участки выцеливать. И это, конечно, ай-яй-яй, плохо. Так, ну я вот смотрю, все как-то вообще... Решили забить, что ли? Не пойму. Ну тогда мы сильно вырываться туда не будем, коли так. А постараемся где-то здесь далеко от базы, не уезжаем, проконтролировать данный фланг, если по нему кто-то поедет. Потому что все-таки хотелось, чтобы хотя бы пару тяжиков-то поехали со мной. Так, а они вроде как и едут. Едут. Из четвертой. Ну, это хорошо, это хорошо. Значит, можно вон туда, за холмики, врываться. Так, у меня тут кто? Из 4 и Лёв. Тартус решил прикрыть. Ладно, я согласен.
О, 183-я ПТХ на том фланге. То есть у меня здесь только, если из 4-й получается, с Т-30. А он, собственно, ищет, ох, и 4-й, и Т-30. Отлично, промахнулся. Ух, и арта у меня сагрилась. Но это, друзья, весьма и весьма проблематично. Как-то у вас тут много гадов. Гадов-то много, а он 62-й еще. Смотрите, снова выглянул в окошко. Нет, так высоко подниматься нельзя, с центра накидают. Четвертый туда залез. КВ-4, блин. Ну надо тогда давить вместе с СМ-4. Нельзя его кидать. Лизал судьба. Вот ты ж гадина. Первый фраг. Отлично. Т-30 откидалось, ничего не сделал. Чё, КВ-4 сейчас получше меня. Райское наслаждение. Райским наслаждением зовется оно. Так, Т-30 меня ждать будешь? Будешь, не будешь, будешь. Так, дружище, я тебя не вижу. Эй, друг. Друг. О, СУ-14 у меня впендюрило, но у него, походу, стоковый ствол. Совсем стоковый. Из четвертой бедолага уже стреляет голдой. Обманули. Уже два фрага. Ну и сейчас будем из 4 насиловать. Давай, давай, выезжай своей попкой. Ко мне. Ну куда ты поехал, ты негодяй еще? Не пробил. Вот это было смешно, друзья. Это было смешно. Я его не пробил с 4 в жопу. В общем, я ему в башню зарядил. Ну что ты видишь? И опять я ему в это фальшборд выстрелил. Ну что ты будешь делать? Мой дамаг. Ну я говорю, И4 противный танк. Вроде как пробивается, в то же время и нет. Ну, он целых 93 хп. Целых 93 хп. Целых 93 хп. Ну радует, что победа. Да и бой неплохой. Совсем неплохой. И домашки мы не накидали, тоже неплохо. Ну, отлично, отлично. Ну, это меня радует. Хороший танк. Ну и скилл тоже танковый. Именно тяжелый, вроде как нормально. Остался, в отличие, допустим, от ЛТшки, а то я так страдал на 90-ке, так страдал, ой, как я страдал на 90-ке, кошмар. Просто ужас. Так, ну, Redshear 59. Эх, ЕСТО Heavy, снова две арты, чё-то арт как-то развелось много. ГВЕ попадает сюда, надо с ума сойти. Ну, поедем мы во фланг, само собой. На сутки здесь не так много, чтобы прям вариантов было. Если честно, то кроме как 9-й нулевой линии больше ничего и нету.
Можно, конечно, единицу-двойку поехать, но там, на мой взгляд, еще более страдательно, чем на этом фланге. А на сотке стоять на центре вообще смысла не имеет. Так что мы едем на этот фланг. В надежде, что нас никто не засветит, арта не накинет. Я-то думал, а ты? Ну что же, с нами и Хэвик, и две семерки. Весь цвет команды, можно сказать, да? Странный урон. Это, наверное, 49 стрелял, не хей. Съезжать будем с этой стороны. Надеюсь, кого-нибудь мы поймаем таким образом. Ну, судя по тому, как заехала семерка, мы здесь никого не поймаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Сёма, Сёмыч. Отомстили мы это 49. Один есть. Чтобы, значит, эта собака не ездила больше. Спасибо, артовод. Кто меня тут объезжает? Какая-то хрень мелкая. И мы, конечно же, его гуслим. Вот такой вот бой. Эх, друг, друг, как ты поздно приехал к арте. Вот если бы ты бы раньше бы, а? Я бы жив еще был. Да, не учел я, что арта выберет меня своей целью. Ну и очень сильно меня вкинул. Да и выезд мой был, прямо скажем, не самым успешным. Надо было все-таки как-то поберечься. Я-то все-таки думал, что вместе с семеркой смогу прижаться к холмику, и арта мне не достанет. Но видите, как оно получилось. Вот ВКшка очень мудро поступил, он проехал вперед. И не дал мне это сделать. Ну и здесь сейчас всех разберут, к сожалению. У них все тяжики целыми остались. Это очень печально. Это очень печально. 5-7. И у нас такой сплэшевой арты-то нету. Обидно, обидно. ЛКшка шот. Конечно, радует. Сотка целая. Да, задешево мы, друзья, отдались. Очень задешево. Надо было как-то все-таки половчее сыграть в этой ситуации. Расслабился. Вот. Три победы и уже расслабился. Ну что у нас тут? Две ПТшки девятые. Давай, девяностик, едь свети. Ой, еще 5-4.
Семка. Рта промахнулась. Ну вот, стала у нас одна из потехшотных. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Обалдеть, Вафентрагер не пробил 90-ка, прям как я. Ну и все, 95-й остался один, и его сейчас там просто сожрут. И это, к сожалению, друзья, проигрыш. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Ну, торта забирает семерку. Если еще также удастся сотку забрать, то, возможно, какие-то варианты появятся. Совсем мизерные, но появятся. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Ты 30 не пойму. Стоковый, что ли? Хэви, помоги, там сейчас Т-95 разберут в бочину, это 61-й. Хэви взял и уехал. Вот ты малора, сейчас 95-й сдохнет и вам жопу наступит. Ай, Вафентрагер. Благо не пробивает. Пробил один раз. И второй раз пробил. Все, вам в жопу. Обидно, очень обидно. Могли здесь и победить. Если бы тот фланг так не отдался бы. Хэви, ну перед тобой, Хэви, ты куда ты едешь? Куда ты смотришь, точнее? Бог ты мой. А все мы виноваты с семеркой-то, а? Если бы мы так не слились бы на фланге, все могло быть иначе. Обидно, друзья, обидно. Печалюшечка. Совсем печалюшечка. Ну давайте еще боек сгоняем. Да и будем закругляться, пожалуй. На, карта Харьков 63%. Ну что же, Харьков так Харьков. Глупая карта. Мне вот просто одно интересно, когда ее разрабатывали, вот они вот думали, вот ТТ будут тут так играть, вот ПТ вот так, СТ вот здесь объезжать, ЛТ вон там гонять. И поведем про арту они забыли. Что же на этой карте делать, собственно, в арте? Не, конечно, есть некоторые линии прострела. И даже, можно сказать, больше, чем в Химмельсдорфе. Но все равно неприятно. Совсем в арты становится мало в игре. Бой начинается.
Куда я поехал? Так, ну если вы двое туда, то я, наверное, и пятый туда поехал. Да? Я с вами только немножко еще дальше поехал. Ой, залез на кучу. Нет, Е4, нет, ну езжай. Я хочу, куда я. Ух, я по заезду. Ну что же, друзья. Ну вот она мы и тут, а. Тут он ма. Что-то я противника особо не наблюдаю. Где он-то? Что ли забились? Что ты куда-то летишь? Что так? 140 откуда ты взялся? Хоть семерки надамажили. Чтоб жизнь медом не казалась. Быстрей давай, заряжайся, ну. Хорош! Два четыре проигрывают, дурак ты. Там он высота, меня не... Ох, 140. Почему ты так быстро умираешь? Есть два фрага! Надо вот этих двух голубчиков забирать. СТ и не СТ. Ты меня не интересуешь. А, отлично, они все обошли и все на, у нас на базе вообще. Давайте СТ гоните на базу, я с вами. Навалили кучу мусора, хрен проедешь. О! Привет от Арты, добрый вечер. Блин, ну вы хоть захват сбейте. Чё ж вы отдаете за бесплатно-то? Ну, батик, ну родненький. Есть три фрага! Ты хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ну, базу мы отбили, конечно, там, но вот... Как-то шибко легче от этого не становится. Так, чё меня там, мужик подгоняет, нет? Добрый вечер. Да иди твою заново задолбал. Сейчас я заряжусь, подожди. Фу, вовремя. Блин, Е5. Пошел в задницу. Боец. Отлично, остался тут эта хрень. Я
Я думаю, тебе сейчас расковыряют всяких яких. Так, ну у них еще Вафентрагер где-то шарахается. Ну отлично, отлично. Вафентрагер шотный и две арты. Должны побеждать. Должны побеждать. Вот я тоже шотный. Тут первый выстрелит. Ну, у меня есть хотя бы броня. А у него-то брони нету, есть только столпаду. Или в каком-нибудь бус его. Так, вон он где был, негодяй. При последнем засвете. Сотка, погоди. Гадю. Так вот дырку проеду. По 4 фрага мы с Е5 сделали. В принципе, должен сейчас забиться в какую-то дырку. Шикарный Е5. Осталось сделать за малым, найти арту и убить ее. Так, там нету, значит, скорее всего, он вон в том углу. Пятый готов! Пятый готов. А ты, Е5, думал, что я тебе все отдам? Ну нет, друг. Извини. Кому воин? Кто возьмет? Аж нехорошими словами стал писать. У него альфы не хватило. Не хватило альфы. И он это понимал. Поэтому нанес хотя бы домашки. А я забрал, получил воина. Думаю, это была отличная концовка данного ролика. Получили мы до кучи мастера. Неожиданно. Взяли всего лишь воина, чуток 6 фрагов. Стальную стенку, правда, заработали. Трудно по нам так не стучало. Но это баты были, да. Почти мы сдохли. Ну, он Е5, 4400 дамаг. У меня 3900. Стальная стена и воин. Ну, конечно, то-то-то. Молодец, хорошо сыграл. Можно сказать, мы с ним вместе бой затащили. Ну что, вот такие тут бои. Надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайки, комментируйте видос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Удачи!